период пандемии в Хабаровском крае числа заболевших выздоровело 79,5%, это 9924 человека. И сегодня у нас уже умерших от ковида 108 человек по краю, от числа заболевших это меньше 1%, 0,87%. Коэффициент распространения инфекции по состоянию за прошедшие сутки составляет по краю 1,14, по Хабаровску 1,18. Как Сергей Андреевич отметил, мы вернулись с вами к концу весны, началу лета.